Яркая жемчужина Черноморского побережья фирма «Дельфин» приглашает всех жителей и гостей Анапы в волшебный мир фауны. Фирма «Дельфин ООО» – это 3 дельфинария на территории России. Один, который находится дальше всех, это дельфинарий в Набережных Челнах, и 2 находятся на Черноморском побережье. В прошлом году фирма «Дельфин» отметила свое 25-летие и продолжает круглый год радовать детей и взрослых выступлениями афалин, белух, морских котиков и львов. Причем труппа артистов с каждым годом пополняется новыми персонажами, потомством, которое появляется у взрослых дельфинов. Урок доброты и любви к ближнему также можно получить и в парке живой природы «Додо». Верблюды, лошади, птицы, обезьяны и многие другие обитатели всегда рады посетителям. Одно из новшеств комплекса лемуров – пара черно-белых лемуров Варе, а краснорукие тамарины в этом году обзавелись долгожданным потомством. Додо часто устраивает тематические праздники – день рождения зоопарка, Всемирный день животных, а 1 апреля в 12 часов приглашает на Всемирный день птиц. В 2018 году в нашем парке живой природы Додо проходит новая уникальная акция. Все обладатели звериных фамилий, а именно Ежовы, Лисицыны, Волковы, например, могут прийти в парк живой природы Додо и приобрести билет за полцены, предъявляя при этом удостоверение личности либо его копию. Посетить эти волшебные уголки природы можно по адресам. Анапский дельфинарий расположен в поселке Большой Утриш. Архипо-Осиповский дельфинарий в Архипо-Осиповке на улице Школьная. А парк живой природы Додо в станице Натухаевская, улица Курганная, 103.